В некотором царстве, в российском государстве, жил-был принц. Принц играет, он живет этой роли, Оль. Просыпался он утром, потягивался. Еще. А потом делал зарядку, приседания. И был у него верный конь. Копытом бьет. И так любил он своего коня, что даже целовал. А потом конь его... А потом он коня. Потом конь его. Садился он на коня и начинал танцевать. Остановились они в чистом поле, а навстречу им принцесса. То татарская царица. Обомлел Иван от такой красоты, слез с коня, встал на одно колено, протянул к ней руки и запел серенаду. Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей, и нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать. И только хотел поцеловать он принцессу, вдруг разверглись небеса, тучи стали гуще, и появился он, злодей Кощей. Не испугался Иван Кощея, достал свой меч-леденец. И Кощей свой кинжал тоже достал. И завязался бой не на жизнь, а на смерть. И нападал Иван на Кощея. И нападал Кощей на Ивана. И бились они 3 дня и 3 ночи. Надоело Ивану. Достал он свой кольт 45-го калибра и пристрелил Кощея в голову. Но не падал Кощей. Перезарядил Иван обойму. И снова. Упал Кощей без памяти на сырую землю. А Иван поднял возлюбленную на руки
И убежал в далекие края. Огонь! Огонь! Подошел к кощею, наклонился и поцеловал. Воскрес Кощей! Поднялся Кощей, обнял коня крепко-крепко, еще крепче, и поженились они.